Самые хищные животные заслуживают того, чтобы их называли толпой. Это южноафриканские сурикаты. И они именно то, чем их и называют — толпа. 20 — обычное количество зверьков в группе. Однако численность некоторой группы иногда достигает больше 40. Сурикаты как кошки. Эти млекопитающие принадлежат к семейству мангустовых. Охотятся они группой. Однако прежде чем сурикаты начнут наступательные действия, зверьки должны укрепить оборону. Причина проста. Сурикаты весят всего лишь примерно 900 грамм, а длина их около 35 сантиметров. Сурикаты уязвимы перед другими хищниками. Поэтому для защиты один член группы находит термитник, чтобы вскарабкаться на него и наблюдать. Если часовой заметит опасность, он издает резкий звук. Его сменят примерно через час, поэтому он продолжил следить за происходящим вокруг. А пока он постоянно посылает сурикатам сигнал о том, что все чисто. С наблюдателем на посту остальные члены группы могут выйти из своей норы и отправиться на охоту. Сурикаты охотятся на маленьких млекопитающих, таких как эта белка. Не всегда успешно. В рацион также входят насекомые и скорпионы. Зверьки объединяют усилия, чтобы переворачивать камни и помогают друг другу копать. На концах пальцев суриката имеются изогнутые когти длиной около 2,5 сантиметров. Приз в ящике — скорпион. Скорпион может убить ребенка. Но крохотный сурикат обладает иммунитетом. Он откусывает хвост скорпиона, не оставляя никаких отходов.